Ну что, привет, друзья. Как всегда, у нас ночная прогулка в формате вот новый счетчик в формате Sweatcoin. Сейчас я запущу таймер на 20 минут. Запускаю. И шаги пошли. И кроме того, что я запустил таймер, что я вам еще скажу? Я вам скажу, что сегодня будет немного информации. Всего пара забавных тем, которые я хотел вам рассказать. И может быть что-то еще, если мне придет в голову. Какая-то интересная тема, которую я вам еще не рассказал. Итак, приступим. Ровно полночь, кстати. Съездил я сегодня, забрал 4 посылки с почты. И эта история будет об одной из них. Ну, во-первых, там была одна очень тяжелая посылка. Я решил сегодня поехать на такси. Довольно редкий случай, когда можно найти Uber в Норвегии всего лишь за 100 крон и доехать с комфортом достаточно быстро, потому что посылка была примерно 20 килограмм, но остальные посылки были легкие. И когда я забирал посылки, мне показала, у меня была со мной подруга Грета, вы ее видели, могли на видео совместных прогулок номер 2, то бишь на позапредыдущем, если по хронологии смотреть. Вот, и она мне показала: смотри, Дэн, тут два стикера. Тут вроде какому-то другому Норвегу это предназначается, а сверху твой стикер. И я только смотрю, да, действительно странно. Но потом смотрю на комментарий на стикере и понимаю, что да, это то, что я заказывал. Действительно, это я как раз-таки то, что заказал со Sweatcoin. Ну и моя такая, ну это вот я потом вам расскажу, сделаю обзор этого продукта, если он мне дойдет, кстати. Теперь вопрос. Вот, и в общем я что-то как-то не подумал, что да, это все нормально, это мой заказ, просто что-то со стикером, может какая-то коробка использована другая, и это предыдущий стикер, который уже не имеет значения, а то, что сверху, более важно. Ну и в общем не поверил я интуиции подруги и забрал эту посылку, прихожу домой, открываю ее, а там бумажки, а среди бумажек пакетик с игрушками детскими, с динозавриком. Я такой думаю, ну класс. Зашибись. И смотрю на стикер, который на самой коробке, такой ровненький, штатный. И там действительно написано какому-то другому Норвегу, и там написано Toys. И я думаю, блин, ну нужно же было сказать этой девушке, что это явно стикер, который переклеился. Короче, ребятки, имейте в виду, такая история бывает. То есть если ваш магазин наклеил стикер не очень аккуратно, или если при доставке кто-то вдруг близко поставил коробки, может быть, тащил одну, допустим, вдоль другой, а стикер был приклеен не идеально, и сверху изолента или чем-то так, скотчем, чем-то таким не прошлись, то все, уголок отклеивается, цепляется к другой посылке, и это уже посылка с двумя квитанциями. Причем есть шанс, что оно прилепится туда же. То есть самый прикол в том, что не просто переклеилась наклейка, а она наклеилась по большей части на 2/3, закрывая старую. То есть это такое эпичное совпадение. Причем она наклеилась прям конкретно. Есть подозрение, что она переклеилась не так тщательно, не так аккуратно. Но потом какой-то сотрудник почты увидел торчащую отклеивающуюся наклейку и взял ее и прогладил рукой. Скорее всего, так и было. А посылка, с которой наклейка слетела, загадка, где эта посылка теперь. Я не знаю, как ее будем разыскивать, как если на ней нет наклейки и опознавательных знаков, это будет, наверное, сложно. Но я верю в чудеса. И, конечно, было бы классно, если бы посылка все-таки дошла. Тем более, что там первый мой заказ со Sweatcoin. Я хотел вам о нем рассказать, не хотел заранее говорить, что это. Наконец-таки, мне кажется, вот сейчас начинается потихоньку, хотя вроде еще не должно, да, укорачиваться день. И все-таки вот сейчас более темно, чем в предыдущие полуночи. Или, может, просто из-за облачности так кажется. Но вам на видео не особо видно, но тут телефон чуть-чуть накручивает яркость, и на самом деле в реальности
все более темное. Я не знаю, получится ли вам показать, если я, допустим, так сделал. Не, не получается. Но, поверьте мне, сейчас как будто бы стало темнеть. Да, привет. А там, кстати, лебеди. Вон там лебеди. Вот, и в общем, имейте в виду, что такое бывает. Наверное, нужно писать продавцу, пакуйте тщательно и приклеивайте стикер, пожалуйста. Тщательно, потому что уголки отклеиваются. Я всегда раньше писал, пакуйте тщательно, особенно когда в Китае заказывал. Теперь вот можно писать так, пакуйте тщательно и, пожалуйста, приклейте стикер тщательно, чтобы уголки не отклеивались и не переклеивались на другие посылки. Понятно, что это может не сработать, и твои комментарии могут проигнорировать, но если среди тысячи посылок такой случай один раз произойдет, если вдруг у вас этот комментарий будет, и вдруг совпадет, что человек его прочтет, кто будет паковать, да, то есть шанс, что вы себя от этого предостережете. Понятно, что шанс этот небольшой, но если такой шанс имеете, как бы возможность предостережения, вообще я вам очень рекомендую, если вы будете что-то регулярно, если вы что-то заказываете с Алишки, с eBay, с Amazon, еще откуда-то, обязательно всегда пишите комментарий продавцу, даже если он однообразный, роботизированный, неважно. Напишите один раз текст, сохраните его куда-то в близкое место, чтобы быстро можно было копировать. И вставляйте его, напишите текст типа: пожалуйста, почта наша травмирует посылки, очень тщательно упакуйте, пожалуйста, много слоев пленки, обязательно наклейте стикер, приклейте его скотчем, потому что стикеры переклеиваются с посылок на посылки, и типа вот все такое, вот, вот что-то подобное теперь нужно писать, я это понимаю, и я это обязательно буду делать, но, к сожалению, меня вот постигла такая неудача, очень жалко, конечно, это совпало с конкретно вот этой посылкой, которую я вам хотел показать, рассказать, и сказать, насколько она годная вообще, насколько имела смысл тратить светкоины на это. Вот. Но эта история как бы не основная. Я запланировал еще одну историю рассказать вам. Автобус такой ощущение, что меня ждет. Но нет, уважаемый, я не поеду с тобой, извини. Хотя было бы забавно ночью поехать, конечно. Вот. И в общем, я сейчас исчезну. Пойти ли тут? Ну, не знаю, можно, наверное, пойти как по срезанному этому маршруту. Помните, я уже ходил как-то. Ну, сейчас узнаем, автобус ждал меня или нет. Нет, он, похоже, что просто отстаивается. Время, которое ему положено стоять. И я зря подумал, что он ждет меня, если бы... Ну, вот он уезжает уже. Так, чуть-чуть посвечу здесь. Сейчас я пройду зону, где темно. И это буквально минута 2-3. Вот. И продолжу рассказ. Естественно, как обычно, видео без прерываний, сплошное, как оно есть на самом деле. И поэтому вам придется немножко подождать, потому что здесь маршрут такой немножко тернистый. И я боюсь споткнуться, вам ничего не видно. Я попробую сейчас показать, может, под ноги. Вот, под ноги видно, да, вот тут можно видеть, что немножко тернистый маршрут. Такой вот, и сейчас мы уже выходим на главную дорогу, откуда я вам продолжу рассказывать свои занимательные истории. Я, в принципе, могу уже сейчас начать рассказывать, потому что в общем-то уже практически все видно. Сейчас я выключу фонарь. Вот, и тут уже все хорошо, хорошо все видно. Но пока не вам, вам пока не видно, но вы будете слышать мой голос, и я буду вас вести, так сказать. В общем, может все-таки подняться повыше, где будет светлее, а заодно отдышаться и рассказать вам историю, не запыхиваясь. Сейчас, ребятки, потерпите еще минутку или промотайте на 30, 40, 50, даже на 30 секунд вперед. С этого момента я уже вижу свет, и сейчас мы поднимемся, я замедлюсь. И там будет ровная дорожка. Вот. И будет история. Вот. Это место. Сейчас нужно чуть-чуть отдышаться. Итак. В России ходит... Есть такой сервис. Сервис заправки кондиционеров. Может быть, вы слышали. Может быть, вы пользовались.
В общем, история, предыстория даже. Начну сначала, пожалуй. История такая. У нас стало жарко. Сейчас, конечно, хорошо ночью. Но днем жарко. И я начал смотреть, какие есть новые кондиционеры. Напольные кондиционеры. Потому что мой лендлорд Александр вряд ли согласится с тем, чтобы я поставил, установил потолочный сплит, мини-сплит систему. Как называется она в Америке, мини-сплит. В России она просто называется сплит. В общем, сплит-система из двух блоков, разделенную. Поэтому там нужно сверлить, искать места, да, чтобы крепить, теплотрассу прокладывать, точнее, трассу для рефриджеранта или для хладагента, или для фреона, как хотите называйте. Вот. И это как бы, ну, это достаточно долго и сложно. Напольный же кондиционер, он имеет трубу, которая выкидывается в окно. Окно изолируется дополнительно тем или иным способом, чтобы труба выходила, но из окна, естественно, горячий воздух не заходил. И все. Кондиционер, собственно, охлаждает воздух, а горячий воздух выбрасывает в трубу, которая отводит его на улицу. Такой вот принцип работы напольных кондиционеров. Раньше, когда-то давно, вот мне попадались напольные кондиционеры, они все были плохие. Но сейчас я изучил вопрос, на самом деле, да, они действительно бывают плохие, просто там очень разный рейтинг BTU. Причем, что интересно, BTU — это как бы емкость, мощность, или там также есть в киловаттах мощность, но в киловаттах не очень понятно, знаете почему? Там в киловаттах есть три мощности. Есть как бы... Ой, телефон выключается. Придется запитать.